саксофоны, кларнет, трубы и флейты. Не хватает только легких взмахов его руки. Каждая мелодия, исполненная оркестром, сменяется воспоминаниями из жизни великого маэстро. Не знаю, может, это какой-то переизбыток, конечно, любви к музыке, потому что играешь для людей. Здесь такая зависимость, в данном случае, в музыке вообще есть. Чем лучше получается, тем больше хочется заниматься. Станислава Алексеева нет с нами с августа этого года. В последнем своем интервью для нашего телеканала он поделился, что следующее выступление хотел бы посвятить им, участникам оркестра. Но судьба распорядилась иначе. И традиционный декабрьский концерт стал вечером памяти бессменного руководителя. Станислав всегда вообще любил оркестр, всегда гордился им. И, конечно, сколько было сил, все делал для того, чтобы он существовал. Станислав Алексеев – человек-легенда. Из года в год его оркестр собирал полные залы. И концерт памяти маэстро не стал исключением. Окунуться в волшебный мир джаза пришли более 300 человек. Концерт очень понравился. Да, достойно. И то, что он такой вот теплый получился из-за того, что вот эти вот фотографии показывают. И вообще вот как бы все периоды его жизни. Очень. Замечательный концерт, замечательное выступление. Большое спасибо оркестру. Такое впечатление, что маэстро присутствует здесь вместе с нами. И это здорово. Еще раз огромное спасибо. Каждое музыкальное произведение, исполненное оркестром, зрители сопровождали бурными овациями. Вместе с ведущей концерта, вокалисткой Анастасией Першиной, зал с удовольствием пел знаменитые «Московские окна». С большой теплотой были приняты и приглашенные солисты – скрипач Александр Москвин и балалаечник Виктор Надымов. А видео и фото хроники многих зрителей растрогали до слез. После видеофрагментов с Станиславом Вениаминовичем чувствуется то, что зал помнит, зал знает этого человека. То, что они его любят нереально, они любят ходить на эти оркестры. Сами музыканты пока наперед не загадывают, но расставаться с любимым делом они точно не готовы. Будем надеяться, что в будущем году мы еще не раз услышим любимые мелодии в исполнении джаз-оркестра Станислава Алексеева. Влада Фельская, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.